Друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр. Вы привыкли все, что на нашем канале идут обзоры техники от интернет-магазина antilife.com.ua. Ну, иногда буду я снимать для вас и такие ролики. Возможно, кому-то будет интересно. В данном случае перед вами посылка. Сейчас буду снимать распаковку. В этой посылке я заказал для себя зарядное устройство для моего ноутбука. Все дело в том, что у меня ноутбук Acer, и вот со временем вот такая вот ситуация с ним произошла. Уже ремонтировали вот эту вот ерунду, но, как вы видите, что со временем все равно даже такая конструкция разбалтывается, и зарядка уже отходит, мне это очень не нравится. Обращал свое внимание в Украине, думал заказать, но я не хотел китайскую зарядку, а оригинальные очень дорогие. Эту зарядку, в надежде на то, что она действительно оригинальная, я заказал на eBay. Не давали нам, точнее, трек-номер, хотя он на посылке есть. Заказал я ее за $15. Ну и давайте посмотрим теперь, что здесь внутри. Такие дела для себя я заказываю не часто. Должны быть на зарядке оригинальные логотипы Acer. Это будет свидетельствовать о том, что это действительно оригинальное зарядное устройство. Да. То, что я и ожидал, все как было на картинках. Насколько я понимаю, вот это означает, что это оригинальное зарядное устройство, которое подходит именно для ноутбуков Acer со стандартным вот таким вот разъемом, подходит для разнообразных моделей. И, собственно, в розетку тоже есть что вставлять. Сразу же я вымазался, не понимаю, а что я вымазался. Скорее всего, что-то связанное не могу понять. Ну да ладно. В общем, зарядка действительно оригинальная. Все сделано довольно-таки качественно. Самое главное, что вот эта вот часть довольно-таки прочная. И я надеюсь, что мне ее хватит надолго. Ну, как бы и в итоге, смотрите, я купил зарядку эту за $15. Это приблизительно 200 гривен. Оригинальные такие в Украине я видел 400-450. Всякие китайские можно купить и за 150 гривен. Но качество, как вы сами понимаете, очень-очень слабенькое будет. Вот такое вот зарядное устройство. Имейте в виду, что если кому-то будет нужна зарядка для ноутбуков Acer, на eBay можно купить оригинальное. На этом все. Спасибо за внимание. Кому было интересно, ставим пальчики вверх.